Острый вопрос с обманутыми дольщиками в Подмосковье полностью разрешится к концу текущего года. Об этом доложил губернатор Московской области Андрей Воробьев на официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Самым острым образом стоял вопрос с дольщиками. А сколько? 117 тысяч, по-моему, было, да? Да, точно. Да, мы с вами года два или три говорили о том, что в этом году, ну, в 2023-м мы договаривались, вы проблему это решите. К решению проблемы подошли со всей ответственностью. 32 тысячи дольщиков. 32 600, вы еще поправили меня тогда. Благодаря вашему решению был создан фонд РФ. И вместе с федеральным правительством, плюс наши застройщики, все участвовали в том, чтобы эту проблему решить. И в этом году, в конце, оставшиеся 12 тысяч, сейчас 12 тысяч осталось, мы должны всем выдать ключи, и дальше еще какое-то время будем догонять социальные объекты строить. Еще один вопрос, который обсудили с президентом – экономическое развитие региона. С января промышленное производство выросло на 3,7%, а собственные доходы консолидированного бюджета Московской области увеличились на 12,2%, во многом благодаря импортозамещению. У нас за первые 5 месяцев промышленность выросла. Почему? Потому что все программы импортозамещения, а именно 21 была запущена в прошлом году предприятий, в этом году мы 50 запускали. Всего в регионе реализуется 151 проект импортозамещения, почти на 16 тысяч рабочих мест. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса привело к увеличению налоговых поступлений в бюджет до показателя 12,8%. Президент высоко оценил работу губернатора и его команды. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».